Всем привет, друзья! Своевременная инфа подъехала. В Таркове у нас новый ивент. Суть его заключается в 100% спавне сектантов на локациях завод, таможня, берег и лес. Механик нам дает вот такой квест, по которому нужно убить 30 сектантов. Важно, не убивать диких, иначе квест слетит, и Арсенич пришлет вам вот такое вот сообщение. После провала квеста его можно перезапустить и попробовать еще раз, прям как с погоней. При этом боссов и их свиту убивать можно, за это квест не сбрасывается. В награду за выполнение задания для покупки откроются подствольные гранатометы ГП-25 и М-203, по 2 штуки за завоз, и снаряды к ним по 10 штук. На таможне сектанты спавнятся возле библиотеки у склада 17, в лесу на затопленной деревне и намеченном круге между лесопилкой и КПП Юсеков. На берегу их можно встретить в обоих крыльях санатория, возле ГЭС и по пути к выходу на маяк в районе камней, где дикие обитают. Ну и на заводе. Чаще всего я на заводе их встречал на медблоке. Я желаю вам успехов в выполнении этого квеста. До скорых встреч. Пока!